Все началось в 2012 году с небольшого помещения в поселке Горки-Ленинские и желания приобщить местных мальчишек и девчонок к спорту и творчеству. У нас было всего 5 человек. Был директор, бухгалтер, инструктор по физической культуре, работник по работе с молодежью. Был такой клуб «Спектр», по-моему, назывался тогда, по работе с молодежью. Вот в этом помещении мы и начинали свой путь. Уже через 3 года филиал досугового центра «Юность» открылся в деревне Горки, а в 2016-м в Калиновке. Затем распахнул свои двери после реставрации Дом культуры в поселке Петровское. Сейчас все филиалы «Юности» посещают более 800 человек. 48 у нас клубных формирований на данный момент действуют. И платные, и бесплатные. С 2018 года мы начали вводить танцевальные студии, потому что более-менее появились у нас залы, и вокальное направление. Только в филиале в Петровском сейчас функционирует 25 кружков, которые посещают более 180 ребят. Театральная, художественная студия, прикладное творчество, вокал и хореография, чего здесь только нет. Одна из визитных карточек досугового центра «Юность» – детский ансамбль русской песни и танца «Калинушка». В этом году ему исполнилось 5 лет. Он неоднократный лауреат молодежных фестивалей и конкурсов. Поем русские песни и казачьи песни поем. И, конечно же, наша основная миссия – это возрождение нашей русской традиционной культуры, приобщение детей к нашим традициям и, конечно же, к хорошей музыке. Здесь и народный стиль, и петь мне нравится, и руководитель добрый. Я понимаю, что другая есть модная музыка, но русская народная все равно надо помнить. Это же наша старая, старая наша музыка. Придумывали еще люди, наши предки. А вот театральная студия в Петровском пока еще совсем молодая. Ребята занимаются здесь с весны 2022-го. Недавно в конкурсе «Мой мир начинается с мамы» наши ребятки, первая их работа, первый ролик, и мы заняли 1-е место. Мы будем делать первую нашу уже, я не могу сказать, что это будет, наверное, спектакль, но это будет композиция. И именно вот сейчас мы к ней приступим. Это интересно, развивает речь, развивает свои движения, учит многому чему. Мы делаем сценические движения. В будущем хочу стать актрисой. Гордостью центра «Юность» по праву считаются хор от всей души и за студия «Малевич» из Горок Ленинских. Впрочем, спорту здесь также уделяется большое внимание. Спортивные секции баскетбола, волейбола, футбола, они на протяжении многих лет держали лидирующие позиции. У нас есть мотоклуб наш «Юность Горки», который образовался с 2016 года, он рос потихонечку, рос сейчас уже, он настолько известен, то есть его знают везде. 8 декабря центр «Юность» отметит свой 1-й круглый юбилей – 10 лет. Все творческие студии уже готовят праздничную концертную программу, которая расскажет о деятельности всех филиалов и кружков. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.